Итак, всем привет, мы на месте в Стамбуле. Месяц в пути, 5 стран, Россия, Грузия, Армения, Азербайджан. Где-то 3-4 тысячи километров автостопов и Султан Ахмед, Стамбул. Сзади меня Айя София. Впереди меня голубая мечеть. Вокруг меня куча людей. Да, очень-очень-очень много туристов. Справа от меня какая-то непонятная фигня, слева вот так или на базар. А прямо здесь я под пальмами в центре Стамбула. И это очень клево. Очень-очень-очень-очень-очень клево. И, по-моему, этот город может сравниться с Питером по крутости. Посмотрим.